Священномученик Феодор родился в 1894 году в селе Барки Шацкого уезда Рязанской губернии в семье священника. Окончив в 1917 году Тамбовскую духовную семинарию, Феодор стал служить псаломщиком в храме села Чеприно Муромской волости. Ввиду происхождения из духовного сословия, молодой человек был лишен избирательных прав. В 1920 году Федор Васильевич был рукоположен во пресвитера и 10 лет служил на различных приходах Воронежской области. В 30-м году отец Федор был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и агитации против коллективизации и помещен в тюрьму города Борисоглебска. Свою вину батюшка не признал и был приговорен к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. Освободившись из заключения, отец Федор служил в Михайло-Архангельском храме села Средний Карачан Центрально-Черноземной области до страшных гонений 1937 года. Тогда среди многих священнослужителей был арестован и священник Федор Богоявленский и по обвинению в антисоветской агитации расстрелян. В 1989 году он был реабилитирован посмертно. Десятое октября. День памяти священномученика Федора Богоявленского, пресвитера.